Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это я просто проверяю волны, шумит вам или нет. Сейчас будем видео смотреть, вообще потрясающе. Для начала, друзья мои, для вас море. Ну а теперь познавательное видео на канале Scoop Life, который на YouTube. Пока малая дырку делает там, где надо. Друзья мои, вот я уже и прожил 4 или 5 или 6 дней на прекрасном, в прекрасном штате Гоа. И хочу с вами поделиться, что почем и вообще хоккей с мячом. Постараюсь без мата, чтобы вы это видео потом репостнули. Давайте начнем с самого начала. 5 дней назад. Да, видимо, не получится ничего. Хотя ладно. Значит так, билеты на самолет Москва-Мумбаи стоил 15 тысяч рублей. Запомнили? В одну сторону. Если в паспорте у вас стоят визы полугодовые, то вам обратный билет не нужен. Никто ничего не спрашивал. Второй вариант. Прилетели вы когда в Мумбаи, такси мы взяли. За сколько, не помнишь? За 700 рублей на наши российские деньги. Здесь 1 рупия, 1 рубль. Так что все суммы, я вам говорю, в рублях считайте. На такси мы доехали до автовокзала в Мумбаи. Ну, сказали ему, центр, бас, там, фестиваль, автобусы, жинь-жинь. Он нас вот довез за 700 рублей. Там мы прождали 14 часов на вокзале. Ну, походили по окрестностям, чемоданы сдали, камеру хранения. Потом мы нашли билеты до Гоа. Они нам стоили по 750 рублей с одного человека. То есть вся дорога до Гоа составляет 15 тысяч авиаперелет, 700 рублей на такси с аэропорта до автовокзала и 750 рублей сам автобус. Итого 1450, 16500. Это только дорога, без еды. Но мне кажется, что надо 20 тысяч рублей, вы доберетесь с едой, с сигаретами, с бухлом. 20 тысяч рублей – это дорога. Это что я вам рассказываю-то, я уже забыл. Про что я вам рассказывал, не помнишь? Ну ладно. Все, мы с вами приехали на Гоа. На автобусной станции нас автобусник высадил. Тут мы взяли такси уже за 600 рупий. Можно, мне кажется, дешевле договориться, но, знаете, были уставшими, не стали голову ебать, тем более нас четверо, а на четверых это по 150 рублей вообще недорого. То есть 600 рублей, и нас таксист довез до домика. Ну, до домика, в котором мы снимаем апартаменты. Апартаменты мы сняли за 11 тысяч рупий, плюс надо купить баллон газа, это 1000 рупий. Ну, баллона газа... Сколько малая варит, так его на полгода хватит. То есть вот, жилье, свет, вода и газ — это 12 тысяч рублей. Вы спросите, о, так совсем недорого. Но за такой ценник, вот вы приедете, кто в первый раз, вы такой цены не найдете. Это вам будет стоить, наверное, от 15 такое жилье. Нам повезло, что ребята уже 6-й год подряд к ней приезжают, так она вот сделала скидку, так как мы вместе приехали. Потом вам понадобится байк. Байк здесь стоит от 4000 рупий. Это 4000 рублей. Просто номер телефона был арендодателем. Мы ему позвонили, встретились с ним здесь. И все, он пригнал уже байки. 4000 рупий. Это 4000 рублей. Вот, и считаем с вами. 12 тысяч дом, плюс такси 12500, плюс эта хуйня. Чё, байк, да? Подождите. 16500. 16500.
Я здесь на песте пишу, чтобы не сбиться. 16500 мы получили с вами. Нас довезли до домика. Мы сняли дом. И сняли байк. Паспорт за байк не просили. Просто номер телефона и где живешь ему показал, и все. На домик она, отдаем ей копии, ксерокопии, она нам сделает типа регистрацию, женщина-хозяйка. То есть, итого, на одного человека дорога 20 тысяч, это со всеми ништяками, там, сигаретки, пивко, 20 тысяч. И первый месяц проживания, вот заплатить здесь, 16500 надо. Ну давайте возьмем по максимуму, вдруг вы мопед подороже возьмете. Еще что-нибудь подороже. Возьмем двадцатка. То есть 40 тысяч на одного человека, и у вас есть билет, дом, мопед и дорога оплаченная. Месяц проживания. Это всего стоит 40 тысяч рублей. А, подождите, сейчас. А, главное это, сколько же стоят книги на Гоа? Мы-то, конечно, этим не увлекаемся, но ребят встречали, они рассказывают, что здесь не в граммах продается, а в толах. Тола – это 10 грамм. Так и вот, 10 грамм нормального стоит 2500 рублей. То есть 250 рублей за 1 грамм. Это вот вам. Одна марка стоит. Марка-то можно говорить? Ну, марка. Мало ли какая марка. Может, коллекционная. Кто понимает, тот понимает. Стоит 1000 рублей. Прет, говорят, как удавов. Так что, у кого есть денежка, киньте мне. Ладно, там, на обзор. Поняли, да? Это вообще, блядь, вот приехали, а на покуриху и на марке денег нет. Представляете, как обломно? Вот записываю вам полезное видео, может... Позолотите кто-нибудь, что-нибудь. А? Здесь. Где? Я тоже не замечала сначала. А только аккуратнее, а то спалят и посадят. Тестируют там что-то. Ну, то есть, вот, да, у нас 40 тысяч, это я вам сказал на месяц. Что вам может быть еще-то интересно? Фрукты, овощи. Кокос стоит 40 рупий, это 40 рублей. Одна груша стоит 10 рупий. 20? Да, ну, не суть. Картофель стоит сколько, не помнишь? 23. 23 рубля за килограмм. Помидоры 20 рублей за килограмм. А? А даже 15 рублей за килограмм. Овощи очень дешевые. А вообще, я вам скажу так, цены здесь в два раза дешевле, чем в Таиланде. Ну, хотя вот туну хотел вчера купить. Здесь туна стоит 120 рупий, а в Таиланде она стоила 40 бат, что составляет 80 рублей всего. То есть вот туна подороже. Ну, это, наверное, единственное пока, да? Что-то дешевле, что-то дороже. Но, на мой взгляд, вот по транспорту, по домикам здесь дешевле. По визам тоже дешево. Визы мы делали полугодовые, вы помните, да? 3000 рублей на полгода виза стоит. А в Таиланде бы вышло бы... Блять, ну а там 4000 рублей в месяц, ёпта, здесь за полгода 3. То есть я даже не знаю, сколько сюда надо. Мне кажется, 1060-70, и можно одному на месяц, в принципе, вообще приехать. Но это, конечно, если вам подрасскажут сразу, что, где. А то если сами-то будете, то все гораздо дороже будет, на мой взгляд. Это мне легче, я-то самодостаточный и практически успешный. И 5 лет отжил на фешенебельном острове Самуи. И вот многие в комментах пишут: Юра, в чем разница, расскажи. Я вот вам, друзья, ребята, дьявола, подписчики, челюсть, скажу честно. Дороги похуже. А, дороги похуже. И что еще? И Элевена нету. А и на каждом перекрестке лежачий полицейский с двух сторон, чтобы светофоры не ставить, все скорость замедляют. Это вот главное отличие. Тайцы больше улыбаются, чем индусы.
Блять, вообще один в один. Бывает, едешь по какой-нибудь улочке и думаешь, блядь, что я опять на Самуи? Пока я разницы вообще особой не увидел. Также транспорт, может, блядь, скажут 10 часов, а едет 14. Тоже все ленивые, не особо грязно. А то, знаете, изучал Индию до этого, все там, блядь, кричат, пищат, что ой, грязь, помойка, антисанитария. Блядь, да не настолько грязно, я бы даже не сказал. Вон пляж какой чистый, смотрите. Что здесь, блядь, грязного? Ни одной бутылочки, ни одного пакета. Я вам еще раз повторяю, что здесь, то и внутри. Если у вас внутри помойка, то и Индия для вас будет помойкой. А у меня-то здесь самодостаточность и успех. Для меня Индия кажется как курортище. Угу. Даже, знаете, чуть-чуть жалею, нахуй я жил в Таиланде 5 лет, платил в 2 раза дороже за то же самое, что здесь в 2 раза дешевле. Угу. Походу я лошок. Пиздец. Здесь стоит Red Bull 100 рублей банка большая, а в Таиланде, блядь, 8, а в Таиланде 60 маленькая банка бат, это 120 рублей. То есть пиво здесь стоит 50 рублей, в Таиланде 120. То есть и вот в этом во всем разница чувствуется. А насчет интернета. Интернет я взял симку у русских ребят, которые здесь мутят симками. Заплатил им 1500 рублей. Это Vodafone. Связь, подождите. Связь Vodafone, значит, да? И в эти 1500 входит ежедневно 1,5 гига интернета. Вот. Интернет кончается, связь обрубается. Странно здесь вот это. Но чтобы докупить 1 гигабайт, стоит 16 рублей. Но есть множество других тарифов, но на тот момент, когда нам надо было взять, был только вот этот Vodafone. А так вообще можно за 300 рупий купить симку, и будет у вас 3 гига в день. Джио называется. Но она через полгода у вас как-то там сломается. Очень сложно зарегистрировать на себя. Какие-то мутки там симками, непонятно, что вот русские даже покупают по 100, по 200 рупий, а потом приезжим продают по 1500, чтобы сразу быть на связи. А ребята вот купили позавчера, а им включат только через 5 дней симку, то есть чуть ли не неделю симку ждать. В общем, сим-картами такая же беда, как в начале было в России. Помните, когда северо-западный GSM появлялся, ну кто из Питера? То есть все очень мудро и замудро. Что еще здесь? Ментов поменьше, чем на Самуи. Так что, блядь. Если вот, блядь, даже не знаю, что бы вам еще-то сказать. Но как я вот здесь, знаете, додумал головой-то, что Гоа это непричесанный Самуи. Вот так, если сравнивать. То есть вот я, видите, сейчас непричесанный. То есть я на Гоа. А если бы подстригся бы ровненько, сделал площадочку здесь так, зачесал, это был бы Самуи. Вот и вся разница. Так что у кого денег поменьше, кто не любит выебываться, милости просим на Гоа. А в Гоа. На, это значит на острове. Но хотя если на побережье, то тоже можно говорить на Гоа, типа на побережье Гоа. А вообще говорится в Гоа, так как это штат. В штате Гоа. Запомнили? А то начнете меня поправлять, я буду оговариваться. Что еще? А, бухлишка, которая 40-градусная. Это что мы пили там? Ром? Ну, рома, бутылка 0,7. Стоит 190 рублей. То есть, блядь, за 300 рублей можно одному ужраться в говно. Это вот плюс кола, плюс булочки какие-нибудь. Кофе по 50 рублей. Пирожные такие сладкие, знаете, как большой кусок торта или торта. Тоже 50 рублей. Я вот пью этот масала ти с утра 10 рублей и булочка 10 рублей. 20 рублей Юрка позавтракал. Так что на этом мы заканчиваем это потрясающее видео. А то 15 минут, у меня же страйк на канале, больше нельзя. Вот вам круг. Что интересно, спрашивайте, может еще что-нибудь поотвечаю. Ну и порадуйте за информативность, ну друзья.